нет, он с Коревичем играет. Я хотел с Нестеренко, но он сломался. Скоро турнир заканчивается, пойду пристреливаться. Что это такое? Это, знаешь, на разминке. А, на разминке? На разминке мы все. Ну, это, два раза подряд, так не бывает. Thank you.
Подожди.
Thank you.
грамм 40 взяли. Ну ладно, ну заиграли, заиграли. Неправильно счет было. Ты начал с 0.30. Правильно, подавал. Ну да, подавал ты правильно, но я не думал, что я еще подумал, зацепился. Ну, а потом одна подача. Я собраться не могу, но здесь. Вот сюда, да. По-моему, то ли быстро сыграли, то ли двойную. Я спросил, да, тоже не могу понять. Просто один был очень короткий розыгрыш с одного удара, поэтому знаешь, он вылетает из головы. Леша, мастер. А? Чемпионы подтягиваются. Одну секунду. Поперкнулся.
дадим ему совсем. Как ты думаешь? Там он жарко. Это тебе не по Болгарии. Не венчик пейзаж. Ну ты когда со мной в Болгарии ходишь? У меня сейчас реку поедет в Болгарии. Что? Нет,
Там нельзя там на всякие эти обменники на улице там поддаваться, там 1,95 уже 10 лет. 1,95, но меняет 1,93. Нет, ну не надо туда. Зашел в любой банк и поменял по 1,95. Оползаю. Какой счет? Да.
подачку. А ты подаешь? А, я подаю, сори. А, да, да. Вперед. Куда с входа нет. Переход.
Так, это Саша Сёзом, я вообще... 9-9. 9-9? 18, мечеть. Thank you.
Так, на ком закончилась подача? Тебе, что ты начинал твой проект. Я подаю. Ты начинал твой проект, еще как будто бы. Всем. Ага. Ты понял. Ты же начинал игру и начинал тайбл. Мы не меняемся, да, пока? Наоборот, я сам. Ладно, все. Я отсюда подаю. А вот он и ты, да. Thank you.
было играть.
меня отдать. Так, это у нас 2-3, да? А, нет, 3-4. Не в игре, не в игре! Одного счета не надо спустить. Yeah.
Так, какой еще у нас?
слышали? Обратно, если я бы все строил кабину, никто никуда не ходил. Вообще ничего, понимаешь, если бы хоть, если бы она сказала, ребята, ну, зашла бы и сказала, может он зайдет в свою кабину, ничего, весь полет пошел спокойно, если бы она хотя бы сказала, ну, подозвала, подожди мне командира, или там, знаешь, да. Я бы тогда спокойно вышел и разрулил бы сразу, и все бы закончилось. И вообще ничего, тишина, но через, через 10 дней после полета пришла. Вот и все, я не скажу, естественно, не скажу. Это был логин от... Вот он писал РКП, он там сказал, что нашел, я ему позвонил. Вчера он улетел на тренажер. Я попросил составить письмо и мне на почту отправить, если с меня потребуется, я, ну, посмотри все документы, какие РКП, суфы там, как там, усиленный экипаж. На критических стадиях полета он находился в кабине. От момента закрытия дверей и до крейсерского салона полета до кабины. И от момента до начала движения он вернулся в кабину. И до посадки до этого. Мысли не было, что она как бы девушка просто плавает. А что там у вас? Что она пишет? Во время полета. Ну да, да, да. Я, ну, да. Понимаю, ответственность там. Хорошо, я Самошину позвоню, говорю, я Самошину позвоню, ну, я понял, приятелька Логина, а я-то при чем? Ну я, конечно, при чем, так же на борту, да? Короче, я, ну ладно, завтра после таги сразу заезжаю к вам.
была вторая подача. Вот, вы подали, я сказал, что аут, и вы подали второй раз. Не так? Тогда 0-15. 0-15, да.
больше почта. Я по перезвонить поиграю.
какой счет? Было 2-3, стало 3. Мы подачи не имеем. Два-три, все правильно. Вот я говорю, что 0-2 ты горел, сравнял, я... Нет. Сравнял бы, сейчас выиграл. Сейчас я выиграл. 3-2 мою пользу. 2-3, все правильно. Два-три.
его ветерком сдуло. Вот, беленькая. Четыре.
же бутылки. Нет, не ответил. А? Может, есть ну, опа. Когда побежал, надо аж побежать. Ну, думаю. Так, мои подачи.
сказал, ну. Нет. В первой половине. Мяч. Плюс, а то позвони, не принесу хоть на работу. Я, блядь, пассажирка написала. Жалобу, блядь. А вы что, блядь? Я командир, что нужно. Начали кушать. В бизнесе сидела одна покушать. Вот. Ладно, потом. Ну, теперь по второй модели мы смещены. Он пошел в салон. Он сел на болото. Покушал, почитал iPad, посидел. И заметил, там какое-то время. Он всегда так делает, я даже удивлен. Нет. Первый ряд, они понимаешь? Нет, если всегда нет. Thank you.
Да, она разбирает. Да, это был командир, я вам она написала в Росавиацию. А там же дураки сидят. Наказали. Разобраться наказали. Да наши говорят, за что наказали? Вот сейчас говорят. Да, да. Ну вот, вот такая херня. И вот я-то вообще не выходил, понимаешь? Не-не-не, я понимаю. Они сидят. Телефон, чтобы доказать, что он однозначно сидел. Ну это же как бы наоборот, оказывается, не вы сидели, а командир, вы же отвечаете. Ну я старший на борту был, как бы. Я, он не имеет права это делать? Он имеет право, но, скажем, ненадолго, на 15-20.